Здравствуйте, дорогие друзья, вас всех приветствую. Сегодня случилось очень страшное. Сегодня мы узнали, что Навальный работает на Путина. Как мы это узнали? А дело все в том, то, что он отказался от дебатов с Кацом и хочет убить Каца. Вы представляете вообще, что случилось с нашей оппозицией? Она продалась Кремлю. Это еще случилось, по моим источникам, в 2012 году, когда ему предложили контракт за фундук. Вы все знаете, что Навальный любит фундук, и ему предложили в 2012 году каждый год выделять по 10 тонн фундука. Поскольку Навальный является по генотипу белкой, он любит орехи, в частности фундук. Именно поэтому он продал свою позицию против за фундук. Ему каждый год выделяли по 10 тонн фундука. У меня есть все доказательства, они будут в конце данного ролика. Собственно, в чем рофл всего происходящего? Некий еврейчик Кат кинул вызов Навальному по поводу поправок. Он хочет, прикиньте, представьте себе, чтобы люди голосовали против, а Навальный, как настоящий и преданный Кремль-бот, хочет, чтобы люди, которые имеют позицию против, не приходили на голосование, а те, кто не против, чтобы они приходили и голосовали «да». И, а знаете, почему Навальный этого хочет? Чтобы не вкидывали эти голоса, да, чтобы все было честно. То есть все, кто за, такие поправки, потому что везде агитация, все такое, сохраним русскую культуру, то есть это тоже за поправки, получается, и вся хуйня. Вот, они пришли, проголосовали, получается, и даже вкидывать не надо, потому что те, кто против, они не проголосовали. То есть даже не надо думать, как там вкинуть, чтобы этого никто не заметил. А если еще как-то нагло вкинуть перед камерами, как это было в 2018 году, то есть что-то может случиться. Даже если что-то и случится, но ничего не случится, ебать. Собственно, вот. Короче, Навальный, он заказал Каца. У меня будет следующий видеоролик. Я так думаю, что мой следующий видеоролик будет о смерти Каца, потому что на Каца буквально устроили охоту. Его хотят убить. Это все сделал Навальный, Олексий. Навальный, работающий за орехи, потому что он белка, хочет убить еврея-гомосексуалиста, откосившего от армии в Израиле. За орехи. Он хочет это сделать. Я вас предупреждаю. Кто-то умрет. Мне это кажется. А может и не кажется. Собственно, его надо спасти. Помогите ему. Навальный доберется и своими зубами проткнет ему череп, блять, как орех. Ебаный в рот. Спасите человека. А на сегодня все. И спасибо за внимание. Пошел я нахуй. И вынчадишь на омерзгней ночи я нагнул, с ним поднялась на помятаней ночи лошагу, и ожнявишь на эля сваку, в мене их прусь на лов, лаю бы, и он да, цей, выдых, цей, здесь рупнем, мазух, цей, мясновый, здобых, цей, бабуткость, мой гух, цей, не знай, цей, в камышку, в фристе, жень, цей, в зинь, цей, пьем, мой ебич, не жады, перу, в деу, в повицкость, не нам, жим, я рев, мой рот, воскаси, воскай, мэй, хова, мусь, нахло, рымет, цей, день, а лыжи, не отозвуч, мол, вам их цей, не сни, тебе, без мол, пайн, цей, мабу, в цей, без не сни, тут норгу, вас, вера, демоньку, маскать, гемонец, мой я дитрес на гека шмот, а правда цвет не стану цей всмог, да в мазлей рап на гей, сесть зно, я на цей мене все щусь, а не мол, дичь все щись, надо нолы вел все, мол, нас жизни в тай тебе, вон мол, овца сей без пошлых гимя цей, боже снеги не мол, от свет цей веселей, а, но жив пить цей, взгни дикнут, пару сей без душу, фархим тези, пену жара цей, утро шмоды, жмить цей, минил гнат, а сдыру, мой ног, без все зай, мол, там, мол, гурки в цей, дусо цей, вылег, хар, мол, вся в отцей, но видно, здесь грибов, и свасей, беду, цей, линя, мог, и сен, цей, щишку, мол, и щите, сей, минюшка, мол, рузи, сей, сдвиды, сей, муинь, пору, мин, цей, слуда, ор, там, ты, зей, мутка, цей, взгини, Сын парси да в цей снуары урод под стене контроль с ним цей бел сия бы хал снору ся цей мыля нырда и беря мыша ну чхат на ней шерф за бой урод и вынься бежда а мяргвеней ноцы я нагнул с ним поднял лыжа в манят на ней ноцы ладжи гуд и ожня бежа и лязва в мене и прыснул лыв бы.